Вась. Вась, что по-твоему семья? К чему этот вопрос? Ты все и так сама знаешь. Вась, а что по-твоему семья? Ты издеваешься? Не, ну родители, ты помнишь? У меня никогда не было семьи, я не знаю, что это такое. Ну ладно, извини, но можно я все-таки задам парочку вопросов? Валяй, мне не привыкать, окей? Не, ну погоди, но ведь наверняка ты бы хотела, чтобы у тебя была семья, родители, там, братья, сестры. Ну как сказать, сейчас нет. Сейчас зачем? Раньше возникала зависть, когда я смотрела на других людей, на семьи. Но вся эта зависть как-то очень быстро улетучивалась, то есть семья — это здорово. Это очень здорово. Там сплошные плюсы, да? Вроде защита, поддержка, опора, дружба, любовь. Но на самом деле, семья — это один большой геморрой, не более того. Все эти плюсы — это всего лишь сказка. Кто такие люди? Люди — это... Не, ну окей. Ну, подожди, ну а как же родственные узы? Не, ну Маш, ну все-таки какая-то ответственность должна быть. То есть, если у тебя есть семья, тебе всегда есть на кого рассчитывать, на кого положиться. О, этот семейный долг. Отношения внутри семьи так превозносятся, и это, безусловно, правильно. Людям всегда нужно напоминать, что такое достоинство, мудрость, ответственность, любовь. Потому что большинству эти качества и чувства не свойственны. И все так и должно быть. Наверное. Семья прекрасна на первых порах, когда все только зарождается. И, конечно же, замечательно, если люди умеют друг друга слушать и слышать. Но мы ленивы, безответственные и жадные. А семейный долг со временем все усугубляет, не говоря о том, что люди и без того с возрастом только портятся. При этом должны скорее нам, а не мы кому-то. Я не веду к тому, что семью заводить не стоит, напротив. Это ярчайший жизненный опыт. Семья — это колоссальное пространство, чтобы реализоваться как человек чести и слова, как защитник, как тот, о ком всегда будут думать и вспоминать. То, как мы живем, это произведение искусства. И никакой фильм с глубоким смыслом или потрясающая картина гениального художника не сможет затмить достойно прожитую жизнь. Потому что ты и есть величайшая драма и комедия. И ты можешь доказать в первую очередь себе, что ты чего-то стоишь. Но мы мудаки. Поэтому всегда будем как дворняки холодной ночью. И ютиться поближе друг к другу. И драться за любой кусок мусора. Ну, это же все шуточки. Ты же просто утрируешь, я правильно понимаю? Разумеется, конечно. И просто мои мысли. Слушай, то есть, по-твоему, Олег, такие, как ты, счастливчики? Такие, как я, да? Такие, как я, счастливчики. Особенно сейчас. Никто не может пошутить про мою мамку. Неуязвимость. Ну, а в итоге-то что? В итоге-то что без шуток есть? Мы могли бы все изменить. Но никто этого не хочет. Никит. Ха.